пацаны, привет всем. Похудели, как эти трансформаторы вчера обмыли. Классно все. Сейчас точим ролики. Ролики на ЧТЗ. Вон, видите? Точу ролик. Обоймы наверх точу. Дожал вот так вот. Придумал, как зажать на разжим. Взял центр, патрон, труба 180-я. Потихоньку точу его. Сейчас покажу. Пускай остановится. Сейчас покажу идею свою. Денег нету на этот металлолом собирать особо. И оно этого и не стоит. Гадаю цены 5000 за ролики вот эти вот. Ну, все вместе. В сборе там 5-3 разные цены. Ну, нам это не надо. Я у него одел обратно, зажал станок в центрах. Как раз его равняю. Вот это вот самый сильный выработанный ролик у меня был. И подшипники рассыпанные были. Ну то не сутево. По поводу этих. Кто знает, где нам взять вот сюда вот эти пыльники. Есть вот этот. Не могу найти. Как бы. Сейчас мы его выровняли. Оденем кольцо сюда. И все у нас будет хорошо. Заварим его. И думаю, что на наш век хватит этого. Вот типа родные ролики. Типа. Но они уже кровые все равно. Вот так не видно, но уже есть там выработка. Уже я их все выровняю. Сделаю раз. Я думаю, что и забудем. То есть, вот такая ситуация. Он труба нашел на фирме как раз диаметра нужного. 1000 гривен отдал за вот эту вот заготовку. Ну, сделаю уже два этих ролика на одну сторону. Ну, здесь еще у меня останется на одну. Так что, если есть там у кого, кто там знает, что в курсе по этим ЧТЗ, вот сюда, говорю, нужны вот эти пыльники или как оно там. Все, пацаны, работаем, занимаемся без выходных. И гуляем, и копаем, и режем. Короче, как обычно. Все, занимаемся. Так, срезали. Все четенько вышло, резец остался даже целый. Не люблю резать такие кабаки, трубы. Потихоньку он дорезали, блин. Все, сейчас, наверное, болгарка. Ну, не знаю, еще подумаю, посмотрю. Чтоб не опять не брать на разжим, то есть глянем чем. Но получилось сексуально. Потихоньку на малых оборотах резнули. Вот такая вот сетенка у нашей заготовочки. Я хоть и не токарь, но учиться надо всегда, никогда не поздно. Вот эта тема на разжим, а лучше еще, если центр сюда варить, проточить, чтобы он, ну, жестко стояло вообще, блин, ну, супер. Я думаю, что еще лучше будет. Ну, некогда этим заниматься, надо зарабатывать. Есть работа. А руки всего две. И времени не хватает в сутках. Ифочка вон стоит. Ну, как обычно, короче. Гонка за деньгами. Кто работает сам, тот меня поймет. А специалистов мы не зовем. У нас образование не позволяет. Так, все, сейчас режем, протачиваем, не знаю, уже ночь. На улице работаю. Все, он нагрел до красна, ребята. Все,
задубасил ее, как раз она туда хорошо вскочила, где-то десятку дал разницы, и она ее расширила, вообще вскочила. Можно даже и больше давать десятки, если греете его. Все, сейчас оно остывает, обвариваем здесь, здесь фаска он есть, обвариваем здесь, торцуем и в бой. Мне еще не нравится вот тут осевой зазор, ну, наверное, здесь выработка, вот тут цепь большая, может еще что-то и сюда наварим там арматуру, ну, посмотрим. Сейчас задубасим его полуавтоматом, как раз оно горячее сейчас, чтобы его хорошо прогреем, и думаю, что все будет окей. Как-то так вот, видите, модернизируем. Может, еще этим и наварю на плавочными электродами, еще не знаю, еще не решил, подумаю. Как бы у меня работы будет не сильно много на нем, что не буду годами работать, может быть, и этого хватит. Как-то так. Ой, целый день сегодня кручу, верчу, надо сработать. Все, сейчас обвариваем. Все, одну сторону обварили, он через там фасочку специально снимал я. Все, потом прессом поравняем. Пока горячее, оно еще лучше, то есть лучше шов. Не так его, как говорится, этот, ну, коробит. И думаю, обрабатываться будет нормально. Он проволокой задубасил полуавтоматом. Два раза прошел. Сейчас здесь я еще задубасим. И хай работает, он стреляет. Да. Все, видите, все просто. Ничего военного. Берете, точите, режете и делаете вещь. То, что все бушные с выработкой, цена, я уже говорил, доходила до 5000 гривен за ролик в сборе. А новый даже и не знаю сколько. Ну ничего, это мы сделаем и сами. Все, сейчас обвариваем еще одну сторону, и все будет у нас хорошо. Все, прошел один раз по кругу, ну, корень так называемый, вот так вот получается сексуальное. И сейчас еще раз обойдем, и думаю, что этого будет достаточно, на наш век должно хватить. Он в тиски зажал, навернул максималку, миллиметровая проволока, хорошо он, видите, прогревает, ну, нормальды. Просто за раз нежелательно, плохо будет, а вот два раза он сейчас пройдем, точнем, и от нового не отличишь. Сэкономим чуть-чуть, а их мне еще, ну, три еще сделать. Гляньте, ребят, какая выработка. Вот сравните. Два ролика, видите? Раз ролик, и вот два. Сколько оно ездило. Как-то так. Ну, я не знаю, что с этим, блин. Ну, тоже есть тут, блин. Еще не знаю. Обдумаем эту ситуацию. Ночь еще большая. Как-то так он, блин. Варим, режем. Режем, варим, все. Обвариваем, пока не остыло. Все, пацаны, задубасили. Вот так вот получилось. Залили. Видите. Все, осталось проточить. Уже ночь у нас, он, блин. Фух, задолбался я сегодня. Целый день. Пока разметил, пока понаходил все. Разбирался еще осенью. Пока то, пока с мыслями собрался. Так что все хорошо, пацаны. Ну, я думаю, всем как бы ясен тех процесс. Осталось проточить, вымерять вот этот размер осевой, посмотреть, сколько гусеница. Может, еще и наварю сюда что-то, чтобы меньше цепок там бегал. Оно ж, сука, бегает его и вытирает. Если ровно едет, просто, это одно. А когда оно еще и бегает, получается, ну, конусом выбивает, как бы. Ну и цепь уже
с выработкой. Ну, на наш век хватит. Вон их сейчас сдают на металлолом. Сегодня говорили, что видели. Пацаны уже сдали, уже уехало. Можно было посымать бы, но никогда этим заниматься не успеваешь. Ничего, ну, то уже не суть тела. Так что, ну так. Все, пацаны, на сегодня все, наверное. Вечер, уже ночь, с самого утра на ногах. Как, ну, как и всегда. Все. Будем сейчас оно остынет, завтра его выровняем. И все у нас будет сексуально, как обычно. Хотя бы нужно пытаться. А там уже как оно все пойдет, неизвестно никому. Надо брать и делать. А, кстати, спасибо Виталику, ну, кенту, воздушнику. Ножик мне, блин, подогнал. Пацаны, тема вот это вот. Что-то раньше никогда внимания не обращал, а у него увидел, он мне подкинул. Вот. То есть, зажимаете и все. То есть, лезвие никуда не ездит. Ну, тема сумасшедшая, блин, очень сильная. Сегодня взял вентиль на баллон, поехал на базаре, 150 гривен отдал на печку, на Татру. Там уже почти все готово. Вот сейчас время есть, буду заниматься. Баллон уже есть, фирменный нашел в деревне нашей. Ну, заехал еще он штуцерков, накупил кому там это интересно. Вот эта тема, вообще сумасшедшая тема. Цена там 20 гривен, образно говоря, там и больше. Ну, гляньте, вот, на воздух, на все. Ну, тема. Ну, сука, дорого. Ну, как дорого? В этом ящике лежит нормально денег тут. Ну, то уже не суть тема. Все, ребята, до новых встреч в эфире. Сейчас, пока время есть, пока нету у нас заморозков, рыть ехать. Сейчас буду читызуху пытаться, блин, сделать. Но я, конечно, очкую, честно. Страшный автомобиль. Дуже сильный. Все, пацаны, всем привет. До новых встреч в эфире.